Якунлер, добрый день! Я Халиси Зинедина, рада приветствовать вас у экранов. В эфире проект «ЭЛИФБЕ». Изучаем, познаем и применяем полученные знания на практике. Сегодня поговорим о чередовании согласных «тутукларнын невбетляшивы». Конечные глухие согласны «к», «к», «п» при присоединении аффиксов, начинающихся с гласного звука, гласный звук – это созухсес, переходят в звонкие парные. Меселя, элек, сита, элек, 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 элеги, его сита, элеги, 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 кулак, ухо, кулак, 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 кулагын, твое ухо, кулагын, 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 дженюб, юг, дженюб, дженюб, дженюби, южный, дженюби, дженюби. Данному правилу, а правило, как упоминалось ранее, это кайде, также присоединяются три односложных слова. Туп, джеп и аяк. Туп, джеп, аяк. Туп, низ, дно, тубюнде, внизу чего-либо. Як, сторона, ояга, та сторона. Джеп, карман, джеби, его карман. Все же другие глухие согласные сагыр тутухлар в этом положении сохраняют свое произношение и написание. Меселя – миллет, нация – национальность. Миллет. 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 Миллетым – моя нация – национальность. Миллетю. Миллеты. Миллетым. Баш – голова. Баш. 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 Башы – его голова. Башы. 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 Сес. Голос, звук. Сес. Сесымыз – наш голос. Сесимиз. Во всех других односложных словах чередование согласных тутукларнын невбетляшивы и к, к, п не происходит. Меселя. Топ – мяч. Топ. Топу – его мяч. Топу. А сейчас открываем свой лугат и записываем новые слова. Тутухларнын невбетляшивы – чередование согласных. Элег – сита, элегы – его сита. Кулак – ухо, кулагын – твое ухо. Дженюб – юг, дженюбей – южный. Туб – низ, дно, тубунде – внизу чего-либо. Як – сторона, ояга – та сторона. Джеб – карман, джебей – его карман. Сагыр тутуклар – глухие согласные. Миллет – нация, национальность. Миллетым – моя нация. Баш – голова, башы – его голова. Сес – голос, звук. Сесымыз – наш голос. Топ – мяч. Топу – его мяч. Кыметли серджилер, дорогие друзья, все ваши предложения и пожелания я жду по адресу, указанному на экране. Встретимся в Элифбе. Элифбеде корушерек.